Российская Федерация, привлекая иностранных студентов для обучения в наших вузах, решает как бы две задачи. Первая – это, конечно, классический экспорт образования. Вторая задача, которую мы решаем, это подготовка кадров для экономик иностранных государств. Российская Федерация заинтересована, чтобы наши соседи тоже активно развивались и в сфере политики, и в сфере экономики, в сфере развития торгово-экономических отношений и научных.